Период с 19 июля по 19 августа полицейские работают в усиленном режиме. В течение месяца на территории района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» республиканского масштаба. Его цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий, пресечение и выявление грубых нарушений правил дорожного движения, повышение транспортной дисциплины водителей и пешеходов. Об этом объявили сотрудники полиции Бурлинского района. Данное мероприятие направлено для недопущения дорожно-транспортных происшествий, снижения роста дорожно-транспортных происшествий в связи с участившимися фактами дорожно-транспортных происшествий, где имеются факты гибели людей. В связи с этим просим всех жителей нашего района соблюдать правила дорожного движения. 21 административный протокол был составлен за прошедшие сутки с начала оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В том числе один водитель задержан по статье 608 части 6 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Кроме того, были выявлены факты превышения скоростного режима, нарушения правил пользования ремнями безопасности. Также протоколы были составлены в отношении водителей, использовавших мобильный телефон при управлении транспортным средством и нарушивших правила маневрирования. Подобные нарушения правил дорожного движения существенно влияют на уровень аварийности, считают полицейские, и призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак.